Всем привет, друзья! Я всегда с радостью читаю ваши комментарии, и очень часто в этих комментариях вы пишете о том, что вы бы хотели какие-нибудь омолаживающие маски для лица, да, рецепт какой-то омолаживающей маски, которая была бы очень из простых доступных компонентов, но при этом была очень эффективная и обладала сильным омолаживающим действием для нашей кожи. Я порылась во всех своих рецептах и нашла такой потрясающий рецепт. Что очень важно, вы такую маску можете приготовить прямо сейчас, потому как, я уверена, компоненты для нее найдутся у каждой хозяйки дома. И что еще немаловажно, эффект от этой маски виден также после первого применения. Что же это за маска такая? В состав этой маски входит сода, затем нам понадобится кукурузный либо картофельный крахмал. И последний, третий компонент, это либо кефир, либо сметана. Почему либо кефир, либо сметана? Потому как во всех этих продуктах содержится молочная кислота. И в принципе не имеет значения, что вы будете использовать. Если есть кефир, используйте кефир. Если есть сметана, можете использовать сметану. Я сегодня буду использовать сметану. Всего три простых компонента. Мы сейчас сразу же с вами приступим к приготовлению этой маски. Но прежде я хочу рассказать вам о том, что уже после первого применения этой маски вы можете увидеть то, что ваша кожа становится более светлая, более подтянутая, очень хорошо напитанная, и весь вот этот серый роговевший слой кожи, он исчезает сразу же после первого применения. Итак, мы берем пол чайной ложки соды. И затем к соде добавляем либо картофельный, либо кукурузный крахмал. 2 чайные ложки. Перед тем, как будем добавлять последний, третий компонент, нам нужно хорошо размешать крахмал и соду. Наверняка каждый из вас уже слышал о том, что все крахмальные маски являются самыми лучшими масками с эффектом лифтинга. А сколько полезных веществ содержит обычный крахмал? Например, витамины группы В, которые ускоряют регенерацию кожи и стимулируют выработку эластина и коллагена. Витамин С, который является мощным антиоксидантом, он сохраняет молодость нашей кожи. Железо, фосфор, калий, кальций – все эти элементы ускоряют межклеточный обмен. От морщин помогают содержащиеся в крахмале углеводы, потому как основное их действие – это глубокое питание кожи лица. К тому же крахмальные маски подходят для кожи любого типа, исключением составляют только индивидуальная непереносимость продукта. И теперь к крахмалу и соде мы отправляем 1 столовую ложку сметаны. Хорошо перемешиваем все компоненты. Сметанная маска отменно отбеливает кожу, делает незаметными возрастные и гормональные пигментные пятна, а также веснушки и темные круги под глазами. Благодаря жирности сметана сокращает глубину морщин и замедляет старение клеток. К тому же сметанная маска для лица содержит целый комплекс витаминов, которые улучшают обменные процессы в клетках, способствуют регенерации, улучшению клеточного кровообращения, а также оказывают противовоспалительное действие. Таким образом, простые маски сметаны помогают достичь ошеломляющих результатов: питание и увлажнение кожи, снятие воспаления, придание коже упругости и оказание антибактериального и омолаживающего действия. Поэтому неудивительно, что после таких масок кожа становится более подтянутой, эластичной и разглаживаются морщинки. Смотрите, какая потрясающая масочка у нас получилась по консистенции. Кстати, эта маска очень хорошо также подходит для зоны под глаза, для шеи и зоны декольте. Ну и по поводу соды, я думаю, что уже каждая из вас знает о том, что сода действует как мягкий абразив. Она очень хорошо снимает весь вот этот роговевший серый некрасивый цвет кожи. Она также действует как проводник, она очень глубоко способна проникать в глубокие слои кожи, и за собой она хорошо сцепляет и захватывает все вот эти питательные компоненты, которые входят в состав этой маски. Также сода очень хорошо подтягивает нашу кожу и разглаживает морщинки. Девочки, у нас получилась потрясающая масочка, теперь я хочу рассказать вам, как же правильно наносить ее. Все очень довольно-таки легко и просто. Сначала вы очищаете кожу лица, умываетесь перед нанесением этой маски обязательно слегка горячеватой водой. После того, как умылись, наносите эту масочку. Эту маску можно наносить полностью на все лицо, также можно нанести под глаза, потому как эта маска хорошо устраняет вот эти все отечности, круги под глазами. Также наносим ее на шею, на зону декольте.
нанесли, приняли горизонтальное положение и выдерживаем эту маску в течение 15-20 минут. По истечении этого времени обязательно смываем маску теплой водой и наносим поверх этой маски, после того, как смыли ее, да, либо питательный, либо увлажняющий крем, тот, которым вы пользуетесь каждый день. Такую маску я рекомендую делать вам 2 раза в неделю в течение месяца. По истечении того времени каждая из вас увидит уже хороший омолаживающий эффект, а также отбеливающий эффект. Это полезно для тех, кто страдает пигментацией либо веснушками, а еще постакне. Если вам этот рецепт показался полезным, не поленитесь, поставьте лайк, так я буду видеть ваш обратный отклик. Подписывайтесь на канал и пишите, конечно же, в комментариях свои самые-самые любимые рецепты домашних масок. Желаю вам крепкого здоровья и увидимся с вами в новых видео. Всем пока!